Сегодняшним днем хотелось бы подытожить бесконечный поток каких-то сплетен, слухов, фальшивой информации в прессе о покупке Борисом Романовичем Ротенбергом товарного знака «Егор Крид» и вообще об участии этого человека в этом контракте. К большому моему, наверное, сожалению, его в этой сделке не было, в принципе, и нету. С Егором мы разошлись полюбовно, подписали конфиденциальное соглашение о нашем расходе. Сегодняшним днем Егор Крид является абсолютно свободным от Black Star артистом, и Black Star не собирается продолжать контракт с Егором Кридом, так же, как и Егор Крид вместе с Black Star. Поэтому мы разошлись полюбовно, мирно, тихо. Будьте добры, пресса и журналисты, телеграм-каналы, прекратите распространять фальшивую информацию о покупке кем-либо Егора Крида. Егор Крид – свободный агент, занимается своими делами, Black Star занимается своими делами. Всем спасибо.